создание методов квантовой криптографии. Совместный проект Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплавов и Российского квантового центра по шифрованию информации. В сентябре 2019 года устройство продемонстрировали президенту России Владимиру Путину, наладив с ним квантовую видеосвязь, которую невозможно подслушать. Квантовая криптография основана на законах фундаментальной физики. Как только кто-то захочет взломать защиту, система сразу распознает это и отключается.